Здравствуйте, дорогие мои. Посылаю вам видеорепортаж из прекрасного пятизвездочного курорта СПА Аква Фантази Аквапарк в Турции. И родилась идея сказать несколько слов о том, какие общие ошибки повторяют в основном все отдыхающие в разных моментах: на обеде, на ужине, на пляже. И скажу в общем, что в принципе курорт — это очень приятное времяпрепровождение, и многие расслабившие забывают об каких-то общих правилах, которые нужно учитывать, например, за обедом. Не нужно толпиться и подышать друг другу в затылок. Пробовать не нужно те продукты питания, которые для всех. То есть, если вы хотите попробовать, положите капельку себе в тарелочку и попробуйте уже за общим столом, за вашим столом. И на тарелку не стоит накладывать сразу все. Желательно 2-3 раза подойти к этим столам. Пусть официант заменит ваши тарелки. Официанту им все равно, он не считает, сколько вы съели, и это его работа, он делает ее с удовольствием. И наоборот, он хочет показать, какой он прекрасный официант, а не то, сколько вы съели. Поэтому, если вы, например, рыбный ассортимент хотите попробовать, значит, вы взяли тарелочку для рыбы с лимоном, с белым вином, креветки. Все, что с рыбой вы хотите употреблять, пожалуйста, отдельная тарелка, а не смешивайте котлеты и рыбу, и курицу. Вот это один совет, чтобы тарелки не были вот такой горой, потому что их есть неудобно, они высыпаются с тарелки, и несете вы, проливая на себя и окружающих. Потом важно, если вы даже уже произошло такое, просыпалось или пролилось, то продолжайте свой путь, и официант сделает свою работу, вам не нужно думать, что вы что-то сделали не так. И очень важно по одежде несколько слов. Многие забывают, что на ужин нужно все-таки закрыть обувь, а не бикини, шлёпанцы, и не бикини, шорты, а все-таки это что-то прикрывающее колени. И это может быть все что угодно, или это лосины, если кто-то еще носит их. Или это юбки, или укороченные бриджи, брюки. Но особенно женщинам после 40 нужно четко помнить локти и колени, желательно после 6 вечера. Конечно, это никакой не black tie, white tie, но даже casual style желательно учитывать общий этикет. И в купальнике заходить на обед тоже нежелательно, хотя бы каким-то шарфом или паяра или туникой, пусть это прозрачно, неважно, главное, чтобы это было прикрыто. Детей желательно не наказывать, если они бегают и прыгают, а спокойненько отвести в сторонку и объяснить. Дети очень всегда понятливые, но лучше всего с детьми проводить инструктаж до того, как вы идете в обеденный стол или в концертный зал. С детьми нужно обязательно проводить, потому что они хотят знать, как себя вести, и когда они себя ведут так, как родители сказали до того, то они себя чувствуют очень комфортно. Еще несколько слов о дискотеке. Дискотека, в принципе, для взрослых, и не нужно комплексовать. Некоторые считают, что это только для 17 или 18-летних. Абсолютно нет. Дискотека на курортах рассчитана, в принципе, для всех. Поэтому танцует каждый так, как умеет танцевать, и ни в коем случае это не должно вас как-то вводить в конфуз. Так что получайте удовольствие, наслаждайтесь, приезжайте на летние курорты. Вы заслужили этот отдых, и я желаю вам всем прекрасного наступающего лета. Всего доброго, до свидания.